очень слабо влияет число подчиненных. То есть изменение на одного подчиненного практически никакой роли не играет. Но посмотрим на значения, которые стоят в столбике бета. Это третий столбик. Эти значения нужны для того, чтобы смотреть не на абсолютную величину влияния, а на то, как соотносятся между собой разные переменные по этому влиянию. Мы видим, что самые сильные влияния в пользу неудовлетворенности оказывает как раз переменное число подчиненных. Почему? Потому что она очень дробная. У нас изменяется число число подчиненных от 0 до 1000. Единица изменения 1 человек. Очень дробная переменная. Поэтому, когда мы изменяем число подчиненных на единичку, увеличиваем, изменение в абсолютных величинах очень незначительное. Но если взять весь диапазон изменения этой переменной от 0 до нескольких тысяч человек подчиненных, то влияние будет большое. Также просмотр ТВ оказывает большое влияние относительно других переменных. Переменная, относящаяся к блоку ценностей, про то, что важно быть креативным. То есть люди, которые считают, что важно быть креативным, многим из них их работа не нравится, в минус ведет. Посмотрим на запрошенную нами мультиколлинеарность, оценку мультиколлинеарности. Первый столбик называется tolerance, толерантность, и он нам говорит о том, что все переменные, у которых значение больше 0,5, они, скорее всего, ни с чем не мультиколлинеарны. Действительно, у нас все имеют больше 0,5. Мультиколлинеарности по этому параметру нету. По параметру VIF. Если этот параметр больше 2, опять же, мультиколлинеарность присутствует. Если меньше 2, отсутствует. То есть здесь больше 2, здесь меньше 0,5. Это говорит о мультиколлинеарности. У нас нету здесь меньше 0,5, здесь нету больше 2. Таким образом, оставшиеся в модели переменные не мультиколлинеарны. Что такое в данном случае константа? Константа – это характеристика удовлетворенности работой для респондента, у которого по всем предикторам значимым нулю, собственно, нулю равны все значимые предикторы, ну, те, которые представлены сейчас в модели. Таких респондентов